девочка сидит. Симпатюшка. Вон они вот на этом выступе сидят. Здесь видно парочек. Чаек. Люди пришли кормить, все их кормят, и они слетаются, прям тут огромные чайки, страшные, сразу ужас охватывает, сразу вспоминается этого Хичкока, фильм ужасов, «Птицы», по-моему, называется, они такие крупные, страшные, угрожающие, скажем так, прямо, да? Если такая клюнет, так мало не покажется. Ну что ж, иду из школы. Сегодня четверг. Сегодня первый раз я была на занятии с нашей директрисой Марией Сесиль. Очень-очень классно. Она всегда подходит к обучению супер креативно. Какие-то новые идеи. Постоянно, ну, неординарные предлагает. Вот, в этот раз мы все про книги. Тему проходили. Приобщает нас к чтению потихонечку. Я уже давным-давно хотела, я уже, по-моему, говорила об этом, записаться в библиотеку, потому что здание, в котором мы, наша школа находится, там находится центральная библиотека нашего города. И я давно хотела записаться. И вот он случай, как раз мы пошли, значит, на экскурсию в эту библиотеку, и я записалась удачно, взяла даже книгу. У меня и так полно этих книг дома французских, я их не читаю, что-то не, до сих пор не ходила никакой мотивации, и взяла книгу в библиотеке, сегодня, думаю, буду читать. Посмотрим. Вот, значит, абонемент стоит библиотеку за год 8 евро, и причем тебе дают карту, и с этой картой ты можешь брать книги в любой библиотеке города и близлежащих городов даже. То есть там список городов предоставляется. Также от этой библиотеки, я уже говорила, где-то размещала, по-моему, есть библиоавтобус. То есть ездит большой автобус по городу. В салоне этого автобуса сооружены полки для книг, и весь автобус уставлен книжками. То есть, где-то, например, прогуливаешься, да, видишь, автобус стоит библиотечный, ты можешь почитать, взять книгу, обменять. А, значит, книги дают, ну, на месяц сам, какие, максимум, по-моему, на месяц, потом просто, если ты книгу не дочитал, ты продляешь, ну, как и везде. Также есть читальные залы. В общем, я сделала маленькое видео из этой библиотеки. Смотрите. Идем в библиотеку. Мария. Qu'est-ce qu'il est écrit? Bienvenue à la bibliothèque locale communale de Visé et Echevina de la culture, premier étage. Voilà. Il était écrit assez grand, hein. Qu'est-ce qu'il était écrit là? Bibliothèque. Bibliothèque. Voilà. Au diable l'amour. Oh, j'aime. C'est de voir un peu comment c'est classé dans la bibliothèque. Ça va? Vous avez des lettres. À votre avis, ça correspond à quoi les lettres? Là, il y a les thrillers, les romans, les poésies. Donc, ça, vous avez plusieurs choses.
c'est plus documentation. Donc vous avez sur les arts, les sports, les sciences, philosophie. Qu'est-ce qui cherchait la philosophie de jour? Philosophie, les religions, les fantômes. Ça, c'est l'appellation de la fonction. Et donc, cette bibliothèque-ci, c'est la bibliothèque communale de Visée, c'est la bibliothèque principale du réseau des bibliothèques visétoires. Voilà. Donc, réseau... Si vous ne comprenez pas, oui, dites-moi. Oui, oui. Donc, le réseau est composé de 4 bibliothèques communales, réparties, il y a donc Visée, Richel, pour jusqu'au plus loin, Chorat-Hauteur et Chorat-Bas. Alors, Chorat-Hauteur, elle ne sait pas où c'est. Elle se trouve implantée dans l'école communale même. Ici, nous avons... Il n'y a pas longtemps, on fait un déménagement. Ici, tous les livres qui se trouvent ici, c'est ce qu'on considère comme étant tous les romans. Romans aussi bien pour les adultes que pour la jeunesse. Voilà. Quand on livre... Donc pour les adultes... Comment fait-on Donc l'inscription pour les adultes en bibliothèque, c'est 8 euros pour l'année. C'est une carte qu'on fait, mais cette carte-là est valable dans beaucoup de bibliothèques de la province de Liège. Dans toutes les bibliothèques communales, vous inscrivez à un endroit... Et cette carte est valable partout. Ah, donc si on s'inscrit ici, on peut aller à Gland. Oui, si on fait partie du pass aussi maintenant, oui. À Gland, donc c'est... quand vous avez votre carte, vous pouvez aller dans plusieurs bibliothèques. Tout pas seulement, moi je croyais que c'était que pour viser. Non, la carte est valable dans tout le réseau des bibliothèques de la province de Liège. Ah, voilà. Parce qu'on fait partie... C'est combien, 8 euros ? Oui, 8 euros l'année. Ah, non. C'est la seule chose que vous avez à payer, parce que le prêt des livres est gratuit. Pour les étudiantes, il y a un petit peu. Ah, mais ça, vous n'êtes pas des vrais étudiants. D'après le règlement, donc c'est gratuit jusqu'à 18 ans. 18 ans et un jour, c'est payant, c'est 8 euros. 8 euros au mois. Un an. Pour l'année. Pour un an. Un an. Un an. Pour un an. Le livre, je prends. Et quel jour Vous avez un mois. Un mois. Pour le prêt des livres. Et si on n'a pas fini après un mois? Il y a moyen de le prolonger, si vous n'avez pas terminé, vous dites que je n'ai pas terminé, il y a moyen de le reprolonger. Pour moi, un mois, c'est court. Mais alors tu viens, parce tu dis je n'ai pas fini, alors on prolonge. Oui, moi, je maintenant un peu. Mais il faut choisir des de petits livres. Les enfants, je prends. Oui, bien sûr. Hein. Ben, on commence petit et puis on lit des gros comme ça. Parce que je dictionnaire et je regarde parfois dictionnaire. Ah oui, je comprends. Mais il ne faut pas faire ça. Parce que comment tu oublies l'histoire si tu regardes tout le temps dans le dictionnaire. Et encore une fois, je peux inscrire ici. Ici. Je peux prendre livre autre bibliothèque aussi. Ouais, quel document Quel document on doit donner pour s'inscrire? Vous venez avec votre carte d'identité et on vous fait remplir un petit formulaire avec votre adresse et toutes les coordonnées. De... Решила я такие библиотеки записаться, 8 евро в год, и дадут мне карту, которая будет действительно для всех библиотек города и близлежащих городов. Такой формуляр надо заполнить. Oui, parce qu'elle fait reportage. C'est notre reporter. Avec les photos. Alors le nom de famille. Marie. Ah oui, dis un peu ton nom de famille. L Y U B I M A Y A, c'est bien ça. Et voilà votre carte de lecteur, alors. Oui, merci. Dis-moi ton truc de carte не выдали. Ну все, вот пришла домой. Вот такая вот карта, еще раз покажу. Дается юного читателя. И взяла я вот такую книгу, не знаю почему. Называется «Аглист». То есть «Агли» — это английское слово «урод». То есть, почему, не знаю, у меня прям упал взгляд на эту книгу. И вот взяла я ее таки. По каким критериям, непонятно. Не знаю ни жанр, ни автора, не знаю. Просто уродки, уродины. Взяла, буду читать.
И вот такую закладочку еще дают каждому, вот я только обратила внимание. Тут вот адреса библиотек других, адресы библиотеки, часы работы. И вот здесь вот на обратной стороне вот так вот написана дата, когда мне нужно будет эту книгу обратно отнести. 13 марта, то есть через месяц. Ну вот так, буду читать. Еще в моей школьной жизни появился новый персонаж Тамара, русская женщина, но она грузинка. Вот. Жила много-много лет в Италии и сейчас приехала сюда в Бельгию к своему жениху. То есть они собираются пожениться с бельгийским мужчиной. Так интересно, то есть мы со своим мужем общаемся на английском, познакомились на английском, а она вот познакомилась на итальянском, то есть они с мужем со своим общаются на итальянском языке, и вот она тоже пришла в школу изучать французский. И так забавно, сейчас принесла ей анкету, интервью, как нас проверяли, ну, перед тем, как пожениться, обязательно здесь проверяют, ну, иностранных, конечно, граждан, проверяют на то, на фиктивность брака. Вот, то есть, ну, такие смешные бытовые вопросы. У меня эта анкета сохранилась. И вот ей сейчас, Тамаре, только предстоит это все пройти. Время идет, все меняется, какие-то новые правила появляются. Ужесточаются какие-то правила, да, для иностранцев, то есть голова, она говорит, у нее идет кругом. У меня тоже в свое время голова шла просто кругом, потому что непонятно, какие документы, все говорят разное, от коммуны к коммуне тоже, ну, это на самом деле так, разные документы требуют. Вот, у нее сейчас вот это все происходит. Поэтому у нас, ну, такая общая тема образовалась с ней. И вот я ей принесла эту анкету свою. Ну, возможно, чем-то это поможет. Вот. Ну, чтобы хотя бы быть готовым к тому, что их ждет. Ну, вот и все на сегодня. Я вам предлагаю заниматься своим самообразованием и развитием. Читать книги, изучать языки. Но самое главное... Пожалуйста, будьте всегда счастливы. Пока.